Я резко против того, чтобы на Украину вторгались российские войска. Это, по-моему, два народа вообще рассоединяют еще больше, на долгие столетия даже не на года. Уважаемые граждане, повторно довожу до вас требование освободить данный участок местности. Не исполнившие требования лица будут привлечены к уставной закон ответственности. Вы нарушаете законодательство о публичных мероприятиях. Идите на сцене полтора метра от сотрудника полиции. Отпускай! Отпускай ребенка! Отпускай ребенка! Я против. Против войны. Не хочу, чтобы там кто-то гибли наши люди, или они вообще против. И считаю, что Путин агрессор. Считаю, что это позор для россиян. Как бы поэтому я здесь пришел вот с этим плакатом, где написано, что нет войны на Украине. Ага. Потому что лицо закрыл я, потому что опасаюсь последствий того, что я пришел на этот митинг. Я не выдержался.